Разгон на раздолбанном запорожце прямо в море. Нет! Выживет или нет? Вау! Раз, два, три! Вау, ну, сальтуха, похоже. Да мы повисли на одной двери! Что? Привет, ребята, это канал Горюшные Груши, и сегодня мы с вами играем в Bemaji Drive. И мы проверяем Запорожец на русских дорогах. Мы скачали новую карту «Русские дороги», и машина советская, все правильно. Запорожец красный едет, тарахтит. Ого. Он по дороге прямо сейчас летит. Угу. Это я сейчас прям придумал стих. Придумывайте стихи, ребята, это смотри, очень развивает. Смотри, папа, лес стоит, ну он не стоит, он просто по воздуху. Смотри, тяжело едет. Ой-ой-ой, что отвалилось, видел? Бампер, что ли? Бампер! Вау! Передний бампер отвалился, так. Заходим на дорогу, поворачиваем, а наверху лес висит, действительно. Лес висит наверху, как это может быть? Это такая карта. Ой-ой-ой, как его колбасит, вы посмотрите, прыгает. Сейчас все, по-моему, у него отвалится. Так, мы летим, летим. Разгоняемся. Дорога пока нормальная. Пока нормальная, ям нет. Ты не видишь ям? Нет, пока не вижу. Пока не видишь, так, аккуратно. Деревья, что-то тут деревья. Аккуратно, нет, 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 нет. Вот тут. О-о-о-о-о. Посмотри. О-о-о. Даже не сложился. А это неплохо, кстати. Ну, его замяло, нормально его замяло. Так, что у нас здесь есть? Это что? Кто-то красным намазюкал, ладно. Так, едем к морю. Разгон на раздолбанном запорожце прямо в море. Нет! И на дно. С бампером, который отвалился уже сзади. Тот мы там потеряли, а этот здесь. Боже. С открытым капотом. Посмотрите, по земле едем. Как это? Как это? По дну, точнее, по дну. Да, да. Ладно, похоже, утонули. Давай, разгоняем наш запорожец заново на этой же дороге. Так, разворачиваемся. Просто, ребят. Так. Заплатки, смотри, на русских дорогах они все в трещинах. Заплатки черные, видишь, да? Угу. То есть раньше там была яма. Да. Вид из салона. Да. Лес наверху висит. Так, нет у нас ничего, никаких ям. Еще заплатка. Так, машина прыгает. Пока что держится на дороге. Ой-ой-ой, заносит нас, заносит. А здесь-то что? А это из-за чего заносит? Вау! А это из-за чего заносит? А потому что вот эти ухабы. Подпрыгнуло, попрыгнуло и пошло переворачивать. Так, ребята, красный запорожец. Кстати, смотри, он перевернулся, а крыша целая. Ухабы. Крыша целая, как после переворота, только зад разбит. Ну ладно, гоним по дороге, что нас ждет дальше. Едем под лесом, смотри, там... Там ограждение, аккуратно, нет! Вот это сложило! Вот это да! Все, по-моему, заглох, да? Или тарахтит еще? Тарахтит, но... Заглох. Уже не поедет, потому что уже... Ну, видишь, мы включаем газ, ничего, и зад тоже не работает. В общем, все. Идет ветер. Намертво встал. Поехали еще раз. Папа, такой чудный ветер идет. Ветерок. Чудный ветер, да. Ветерок. Так, здесь, вот здесь, кстати, мы перевернулись. Что будет сейчас с этого вида? Опа-на! И опять крыша. То есть мы подлетели так, что крыша не побилась. Но побился задний бампер и задняя крышка багажника. Дверь открыта. И я помню, что... Помнишь там ограждение? Да. Сейчас вот я вижу. Сейчас посмотрим, вот как на этот раз выживет Запорожец. Выживет или нет? Вау! Получше. Но сложила крышу, по-моему. Да, да, крышу сложила. И стойку, смотри, переднюю замяла. Он вообще может ехать после этого? И в салоне все раздолбано. Да, жестко. Жестко раздолбало, ребята, жестко. Ну давай другую карту возьмем, лесную. В лесу. Лес висит наверху. Да. Как это так? Как так? Почему такая графика? Такая карта. Ох! А я не заметил, что там дерево-то стояло. Оно все в листьях. Ну, в хлам Запорожец. В хламину просто. Просто в хлам. Так. Да. Новая карта с карьером. И мы в этот карьер сейчас съезжаем. Что будет? Мясорубка. Мясорубка, да, ребят. Полные какие-то просто. Все, не встать нам, ребята, по-моему, не встать. Или встать? Не встать. Нет, никак, никак, ребята. Давай заново. Давай. Здесь же опять в карьер. В карьер. Так, дерево. Раз, два, три. Здесь дерево.
Раз, два, три. Вау, ну, сальтуха, походу. Да мы повисли на одной двери. Что? Как это? Мы болтаемся. А если из салона посмотреть? Мы болтаемся в салоне, смотри. Вот это да, и ничего не сделаешь. Газуй, не газуй. Давай еще разок. Так, в карьер сходу. Перевернулись. Вау! Ой, какой шлепок. С крыши, задняя часть, посмотри, сложила так. А там вода какая-то. Это, наверное, карта закончилась. Ты, это какая-то карта мутная там внизу. Так, давай на камни заедем, попробуем. Смотри, все болтается. Ребята... Хлам, давай, попробуем на камни заехать. Сможем на камни заехать? Мне кажется, это... Ой, опять удар. Не, не получится, наверное. Зад, посмотри. По камням жестко ехать. Давай объедем их. У нас бампер висит. Уже отвалился, посмотри. Вон спереди стал похож на Порше. Да. На Порше похож стал. На Порше. После... Так, давай наверх поедем, посмотрим, что это там за сооружение такое. Может, там какой-то трамплин? Вон едет, ребята, в таком состоянии. Да ладно. Да не может быть. О, аккуратно. Аккуратно. Здесь тоже аккуратно. Трубы низко, нет? Проскочим? Нет. Повисли, что ли? Да, колеса прокручиваются, ребята. Все. Сели. Прокручиваются колеса. Порш. Еще раз в карьер. Переворот. Вау. Лепеха. Лепеха, ребята, если на крышу прыгать. Не держит крыша. Еще раз вот из салона. Переворот, открылся капотище. Вау! Еще раз. Как прям дикий скричер, можно сказать. Мордой. Ну, выдержала. Вот это скричер. Выдержала машина. Пап, мне реально кажется, что реально как скричер, просто трансформация. Трансформация запорожцев в скричера. Да. Новая карта. Просто жесть. Отъезжаем от бензоколонки. Прикольная трансформация. Так, куда поехать? Лево, право. Где меньше? Где? Там вообще все в деревьях, вся дорога. Ну давай налево. Поехали налево, ребята. Давайте налево. Что будет, если мы поедем налево? Ты помнишь, что висящие деревья – это тоже преграда? Да. Вот они начинаются, что будет. Ну-ка. Ну нет, нет. Вот это мы проехали. Нет. Мы проехали эти деревья, ты видел? У нас колесо отвалилось, походу. Ты посмотри, какое маленькое деревце нас остановило, а само не сломалось. Такого не может быть. Ну-ка, давай-ка здесь еще поедем. Так, деревья висящие, они нас очень сильно напрягают. Так, что здесь будет? Нет. О, как? Ну ладно, камни. Ой. Чего, папа, камни на деревьях? Камни вообще на дороге. Как делали дорогу? Они прямо посередине дороги. Камни, не может быть такого. Да как такое возможно? Он еще на ходу. Давай объедем камни. Он на ходу, ребята. Просто по камням он просто молотится. Он с такой мордой ездит. А знаешь, почему он с мордой едет? Почему? Потому что у него мотор сзади. Ты знал, у запорожца мотор сзади, ребята. Вау. Вот почему он едет. Мотор-то сзади. Я и забыл совсем, почему он едет с разбитой мордой. С мотором сзади. Как у Порше. Да. Как у Порше, ребята, все круто. Да. Ну что, наверное... Что? Колеса повисли, что ли? Что такое-то? Почему он не едет? Вау. Колеса висят в воздухе, смотри, поэтому он не едет. О, они крутятся еще. Ну что, ребята, я думаю, на сегодня краш-тестов достаточно. Если вам понравился Запорожец, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Горюшные Груши и не забудьте заходить на мой инстаграм. Всем спать.